Чья исполнительница стремительно покорила белорусские и зарубежные музыкальные чарты. За прошлый год она приняла участие в более чем 60 концертах. И, конечно же, заслуженное попадание в номинацию «Открытие года» главного музыкального события страны. Итак, встречайте, Настя Кравченко! Вот так! Любит, не любит, не гадает на ромашке. Глупый моя ты, очаровашка. Я серьезно, вытри слезы. У вас ведь давно любовь по прогнозу. Любит, не любит, не гадает на ромашке. Дышь на его кухне, в его рубашке. Не задавай ромашкам глупые вопросы. У вас ведь давно любовь по прогнозу. Най-най-най-най-най. Что за день? Потерял себя, спрячет от всех где-то далеко.